Друзі, з вами ранок на Сіверцентрі. Ми продовжуємо наш суботній ефір. Ефір вихідного дня, але не для всіх він вихідний, у тому числі не для наших гостей. Друзі, в нашій студії Руслан Бокач, співзасновник театру «Тіний Ворба», зі своїм колегою Поліщуком Поліщук Влад, також режисер та багатогранна особистість, яка виконує багато функцій, як він мені вже розповів, і вантажник, і прибиральник, і все-все-все, і найголовніше – режисер театру «Тіний». Доброго ранку, хлопці. Здравствуйте, доброго ранку. По-перше, де Люду загубили? Ой, Люда сегодня тоже, можно сказать, работает. Mm-hmm. Она не в Чернигове, она улетела на один из наших небольших проектов в Дубай. Вот. Поэтому, к сожалению, не может выйти с нами на связь. Отож, ми вас запросили також з приводу вашого чергового вже проекту. Це «Королівство Тіней». Прем'єра відбудеться в понеділок, 16 квітня. І розказуйте, що ж воно таке цікаве буде. Влад. Королевство теней. Мы начали создавать этот проект около полугода назад. Суть этого шоу, то что мы туда постарались вместить простую идею об обычной семье, когда отец укладывает свою дочь спать и рассказывает ей определенные сказочки. Вот. И мы попытались сделать это максимально просто, но при этом углубиться в каждую сказку, которую он рассказывает, вот с театром теней, с акробатикой, с определенными еще дополнительными жанрами, которые тоже я не буду рассказывать, которые мы будем использовать. Вот. И чтобы это было максимально тепло, свободно, и каждый человек, который будет сидеть в зале, он почувствует частичку себя вот в этом, что будет происходить на сцене. Ну, у вас вже немає назви Fireflies, так? Ви вже верба. Чому так сталося? І не всі просто знають цю вашу історію. Я трошечки нагадаю, що Fireflies колись розділились. Ви одна з її частин. У вас довгий час були суперечки, в тому числі судові. Зараз уже все вляглося, вирішило всі питання. Смотря, как сказать, уложилась, просто никак не решилась. Да, судебная система особо не поработала. Все очень сложно, но не суть, как бы нам, в принципе, это... История осталась историей. Да, это осталось в истории, и все. Да, мы разделились, да, два года назад уже, наверное, прошло, или три, я уже даже не помню. Вот. И, в принципе, мы просто сейчас работаем как два отдельных коллектива, и никак не пересекаемся даже. И долгий час вы залишались театром Тіний Fireflies, а потом з'явилась Верба Kids. И потом Верба стала уже вашим повноценной назвой. Да. Нам надо было определенное время для того, чтобы перейти с одного, получается, названия на другое, потому как не только в Чернигове, везде, где мы выступали, работали, в Китае, в Америке, там везде знают нас как Fireflies, и поэтому надо было небольшой период времени, чтобы перейти от одного названия к другому, потому что вот точно так же каждый человек, или тот же самый какой-то если заказ, у нас происходит от того, что... Верба это что это, а Fireflies, а в чем разница, и поэтому происходил определенный разговор. Вот сейчас на данном этапе мы переходим полноценно на новое название, потому как основные наши партнеры, они уже знают о том, что мы театр не Верба. Ну і дійсно, вже як ви вже зараз помітили, що ставлять такі питання, що змінилося. А дійсно, а що змінилося? Ми розуміємо, що змінився трошечки склад, так? А кардинально, причому так. Что изменилось? Ну, во-первых, мы решили попробовать набирать детей. Вот. И, кстати, да, сейчас очень хорошая возможность. С осени мы будем открывать школу для детей театра теней. Uh-huh. Вот. Мы больше об этом скажем в нашем концерте. Вот поэтому все желающие смогут, в принципе, с осени уже отдавать своих детишек к нам в студию. То есть у нас есть новая творческая студия, выходит, появляется. Так, нещодавно появилась балетная, буквально несколько тижнів тому. Uh-huh. И теперь... Да, теперь будет еще небольшая студия театра теней для детей. Да, но на данном этапе в Украине нет студии театра теней. И в нашем городе, для детского, да. И мы в нашем городе откроем первые школы театра теней. И вы первый, кто с этим зіткнувся, когда начали работать на профессиональном уровне, вы рассказывали, когда еще не мати вчитись, то есть на впомитке, какое-то видео с YouTube, что-то выдумывали, тренувались методом пошука, и вы решили, скажем так, полегшить шлях людям, которые бы начинали это. Да, это будет не только театр теней, будет основное направление, но также мы будем давать гимнастику базовую, то есть акробатика. Да, само собой акробатика, то есть то, что в принципе будет применяться в театрі теней. А хто з артистів зараз є у вашому складі? Ось там, наприклад, хтось гімнаст, так? Хтось ще займається чимось там, важкоатлет, наприклад, так? Да. Хто є? На самом деле, вот ты перечислил половину нашого состава. Есть, да. У нас есть как танцоры, у нас есть гімнасти,
мастера спорта по гимнастике. Да, есть мастера, кандидаты в мастера есть. Есть парень-паркурист, не знаю, как правильно сказать. Уличный акробат они себя называют. Очень обижаюсь, если говорим паркурист. Вот. Сейчас бывает уже, вот буквально недавно смотрели парня, он пришел, раньше занимался в цирковой студии, вот тоже, и вот он пришел тоже к нам сейчас на работу, в ближайшее время тоже будет с нами работать. Танцор, в общем, мы... у вас сдается, не так? Да, да, да. Танцор тоже есть, да. Мы всегда открыты талантливым ребятам с Чернигова, то есть потому что сама наша идея, когда мы начинали, мы, конечно, там было очень сложно. Потому что в основном мы столкнулись с той проблемой, что все талантливые ребята, они уезжают куда-то работать в другое место. Uh-huh. То есть они там заработки куда-то. И вот найти кого-то, вот, ну, чтобы постараться дать какую-то возможность работать в родном городе, ну, в творчестве, в том направлении, чем ты живешь, чем ты дышишь, было очень сложно. Но сейчас мы стараемся это сделать и привлекаем людей. И у нас на самом деле постоянно вот происходит какой-то определенный кастинг, определенный, например, если есть ребята, которые хотели бы себя попробовать в этом жанре и плюс развиваться параллельно в собственном жанре, без проблем, мы всегда открыты, посмотреть, может посоветовать, может взять в семью Верба. Вот. Ну, так не звикли, буває. Да. Да. Скільки вас уже зараз? На самом деле у нас такое очень размытое понятие. У нас основной состав вот, выступающих артистов 10 человек. Плюс вот мы, которые работают, когда нужно артисты, когда нужно грузчики, когда нужно аниматоры, когда нужны режиссеры, когда нужны там менеджеры. Вот. И есть люди, которые, в принципе, они были с нами, вот они были в составе, но решили, что скорее пойдут в другом направлении, но вдруг чего мы можем позвонить и сказать, вот нужно вот выступить вот, очень сильно, срочно. Да, конечно, они подходят нам, помогают нам. Таких тоже человек 5-6 у нас есть, то есть, которые на подхвате. Да, 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 грубо говоря. То есть, ну, которые занимаются. Да, сейчас вот конкретно работают 15 человек, но когда нужно, этот штат расширяется до 20-25. Да. Ну, нам дуже схоже це поняття. Це, наприклад, коли тебе ставлять на чергування на вихідний день, іначе зйомок нема, іначе нічого не відбувається, і ти розумієш, що в принципі це буде нормальний вихідний. Але тобі кажуть таку страшну фразу – на телефоні. І ти оцей весь вихідний день сидиш, перевіряєш пошту, телефон, смс, чи не прийшло тобі якесь повідомлення, наприклад, через 10 хвилин у міськраді щось там. Ну, у нас на проходе скорее там через 2 недели будет вот там вот выступление, да. То есть нас, ну, у нас не тоже так бывает, скоро, да. Мы тоже подвязаны под зал, бывают такие же ситуации, надо сидеть и ждать, потому что вот могут сообщить, что зал свободен. И надо собрать всех артистов, потому что у нас последние генеральные прогоны перед вылетом, например. Такое тоже бывает. Да, да, да. Я знаю, у вас была проблема с пошуком зали. У вас не было места для репетиции, потому что вас много. У вас такие здоровенные декорации. Знайшли? Что шукали? Ну, мы сейчас репетируем в ДК на текстильщиков. Вот. Была проблема в том, что у нас было два состава, и вот объединять два состава, да, было временами сложно. Сейчас мы все-таки решили сделать один, вот, поэтому, в принципе, не то чтобы проблема отпала, мы ищем себе зал более такой, более... комфортный? Да, более комфортный. Комфортный. Особенно сейчас в условиях нашей зимы бывает немножко некомфортно в наших ДК советских. Вот, поэтому, ну, сейчас будем летом как-то немножко активнее этим заниматься, тем более сейчас у нас будут дети, то есть, ну, для детей у нас будет поменьше зал, то есть там не нужно нам прям ты, будет огромная ширма, будет наша небольшая ширма, где, в принципе, подходит почти любой, ну, обычный вот танцкласс. Вот. Да, а для нас, быть рядом. Да, 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 у нас да. Это должен быть как один мини-комплекс, где вот мы можем всем этим заниматься, потому что там реквизитная школа, то же самое основной профиль выступления нашей шоу. То есть, чтобы это все было рядом, а не ездить в разные места, то постоянно мы, переводить. Да, мы уже и ищем, думаем, где можно сделать вообще чуть ли не перестройку, там готовы взять пустое помещение без ничего, только там, чтобы были коммуникации какие-то, и все, и сделать вот с нуля. Панове, скажіть, будь ласка, я, чесно признаюся, ніколи не відвідував подібні заходи, так? Розкажіть, чому саме потрібно прийти до вас на вашу виставу? Во-первых, ты этого не видел, поэтому тебе будет интересно в любом случае. Я вот. Тебе гарантую, коли да. Також вперше прийшла. Я помню, когда я впервые увидел, вот Мила, наш, скажем, директор, вот, она участвовала на МИСК, это уже такая затертая история, и когда она показывала вот репетицию, перед там жюри, вот первая вот генпрогон мисс, и я так смотрел, это было все на простыне с каким-то фонариком непонятным с телефона, то есть это все было очень по-простому, но вот когда ты первый раз смотришь, что вот это вот, и ты этого никогда не видел, это, ну, действительно захватывает дух. Я вот так смотрел, думаю, ну ничего себе, оказывается, таким люди занимаются, и это интересно. Да, я могу рассказать историю. Буквально недавно, недели две назад, мне позвонила с Киева мама, вот, и говорит, здравствуйте, а вы будете в Киеве выступать в ближайшее время?
Я говорю, нет, ну, наверное, осенью сейчас, на данном этапе у нас просто мы готовимся к туру по Китаю, и, ну, нет особо времени, и надо это все заранее планировать, вот. И она говорит то, что такая, вот очень, ну, вот как-то она так выразилась, так, очень жаль, потому что у нас в Киеве некуда пойти. Опа. Я говорю, да, я говорю, она говорит, там, ну, везде вот, ну, вот, вот, там разные артисты, которые вот они выступают более взрослые, для взрослых, вот. И она говорит такая, ну вот я своему ребенку показала там другой театр теней, ему не понравилось. А когда показала ваш, то у нас будет постановка одна на известный мультик, вот, Frozen там. Вот. И она получается, и ребенок не мог оторваться от Ютуба. Поэтому вот это показатель, да. Когда... Понял нашу самооценку, мы так порадовались. Не, ну это на самом деле очень классно, когда тебе сообщают, что ты вот работаешь, делаешь, и когда тебе звонят, буквально там говорят. Вы классный. Вот просто позвонила, сказала, вы классный. Ну, тем более мы-то смотрим свои постановки, мы видим в основном ошибки. То есть мы когда уже не смотрим, на эти кусочки, значит, вот тут залажали. Да, здесь, да, здесь плохо. Оцениваешь по-другому свою работу. То есть вот, ну да, неплохо, но вот тут вот что-то не так. Нет, надо переделать. Але з іншого боку, ви самі собі господарі. Самі собі менеджери, там, вантажники і так далі. Тобто у вас немає, на відміну від нас, так, начальника, який скаже, що це таке, за що ми тобі Почему? Там платимо. Ну, от начальник сидить, блядь, снимається. Среди нас ні, да, в принципі, да. Звісно, зависить від ситуації, ну просто наші начальники кожен раз різні. Угу. Они вот тут есть какой-то заказчик или еще кто-то. А, вот так. Да, то есть получается, мы же не можем сделать. То есть он как-то вот он смотрит и пытаешься объяснить с точки зрения, что хотел сделать, но есть вот такие вот, которые заказчики, которые начинают, вот они хотят именно вот это, они не задумываются по поводу сюжета или чего-то еще, вот они хотят именно вот это, именно это здесь. А, это прием, або так. Да, и, да, вот именно вот это здесь, какой-то момент переделать, сделать, вот, продумываешь, сидишь 2 недели, а потом в итоге выясняется, что не нужно было этого, можно было просто вот так, да, просто сделать. На примере, да, мы работали на открытии Qatar Tennis Open. Это один из туров вот, женских соревнований по теннису. Вот, и там просили вот, ну, там историю про теннис, что-нибудь там сделать. И мы там набросали образно, отправили. Они такие, сначала какие-то правки мы еще снова отсняли, отправили. Вот, потом говорят, нет, давайте вот лучше то, что у вас есть. Мы так, ну а что-нибудь конкретнее? Ну вот лучше, что у вас вообще в принципе есть, то нам покажите что-нибудь. Неважно, можете там часть любовной истории, часть там верблюда, там часть слона, часть еще чего-нибудь. Ну, мы так думаем, ну просто для нас лучше, ну может быть для вас что-нибудь лучше, вы нам конкретнее немножко. Звучание. Просто лучше, тогда еще мы были Fireflies, best of Fireflies, please. Мы, ну хорошо, отправили, да, и там, то есть там не было никакого сюжета, там не было ничего, там просто вот какие-то просто красивые... Просто классная картинка. Да, просто классные картинки, перестраивающие одно в другое, и да, вот это то, что мы хотим. И зашло, так? А почему нельзя было сразу заказать? Мы делали номер, прорабатывали все это, и потом в конце, вот обычно так оно и происходит, в конце заказчик просыпается и начинает... И думает, что это людям голову морочу, они же и так, в принципе, классно роблять. Просто best of Fireflies. Хлопці, классно с вами разговаривать, але, на жаль, эфир у нас не раз новий, він обмежений, тому я вам пропоную ще раз запросити чернігівців на ваше шоу, проанонсувати, так, заманити, хоча, в принципі, у вас вже таке ім'я, що до вас підуть і так, але все одно проанонсуйте свій захід. В понедельник в 19:00 в драмтеатрі буде шоу «Королевство теней» от театру «Теней Верба». Приходіть. И приходите заранее. Мы подготовили небольшие сюрпризы еще в холле, поэтому приходите, может, минут на 15-20 заранее. Шоу для всей семьи, понравится как детям, так и взрослым. И, власне, чтобы вам нагадать, друзья, если вы раптом давно не были на выступе театру Верба, театру Тіней, так, мы покажем любовную историю. Вашу классичную, старую, добрую, любовную историю. Дивимось.